Всем привет! Меня зовут Светлана Ршинова, и учим с вами еще одну связку. Ноги. На раз правая нога идет за левую. На и левая нога ставится рядом с правой. На два делаем правый выпад вперед. Еще раз. 7, 8. Руки пока убираем в карманы, чтобы они нам не мешались. 7, 8. Раз. И 2. 7, 8. Правая нога за левую. Раз. Левая рядом с правой. И правая вперед. 2. Ну еще один раз. 7, 8. Раз. И 2. Дальше мы то же самое делаем левой ногой. Левая за правую. 3. Правая рядом с левой. И левая вперед. 4. 7, 8. 3. И 4. Еще раз. 7, 8. 3. И 4. И соединим. 7, 8. Раз. И 2. 3. И 4. Давайте все это сделаем быстрее. Раз. И 2. 3. И 4. То есть мы не просто шагаем, у нас замах, акцент, замах, акцент. Еще раз. 7, 8. Раз. И 2. 3. И 4. Руки. На раз открываем их в таком положении, кисти открыты. На и они проходят горизонтальное положение, вертикальное точнее. На 4 сходится в крестик, кисти в кулаках. Еще раз. 7, 8. Раз. И 2. Дальше то же самое. Открываем вниз. 3 и 4. Еще раз. 7, 8. Раз. И 2. 3 и 4. Ноги добавляем, соединяем с руками. Раз. И 2. По точкам делаем. 3 и 4. Еще раз. 7, 8. Раз. И 2. 3 и 4. Давайте меряем. 7, 8. Раз. И 2. 3 и 4. И давайте все это более гладко. 7, 8. Раз. И 2. 3 и 4. Дальше мы убираем руки в карманы и ноги. Правый делает шаг к левой и возвращается. 5. И то же самое делает левая нога. 6. И простые движения. И на 7-8 хлопаем в ладоши. 7-8. Поднимаем плечевые суставы, поднимаем локти, предплечье уходит наверх и хлоп в ладоши. Еще раз. И 4. Ну или 8. Отсюда. 1, 2, 3 и 4. 5. Руки в карманы, правая нога к левой. И 6. И суставы, локти, предплечья. 7, 8. Еще раз. 1, 2, 3 и 4. 5. И 6. И
7, 8. И давайте сначала начнем. 7, 8. Раз и два. 3 и 4. 5 и 6 и 7, 8. Давайте очень медленно же вас сделаем. 7, 8. Раз и два. 3 и 4. 5 и 6 и 7, 8. Быстрее. 7, 8. Раз и два. 3 и 4. 5 и 6 и 7, 8. И последний раз. 7, 8. Раз и два. 3 и 4. 5, 6 и 7, 8. Дальше ноги. Переносим центр тяжести на левую ногу, правую поднимаете, ставим ее раз. И не отрывая ног, два длинных пружинку. То же самое левая. 3, 4. Правая нога, правая, может, пятка может отрываться в пол. Еще раз. 7, 8. Раз. Два, три, четыре. Еще раз. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Руки. Ладоши хлопнули. Дальше они выпрямляются вперед. На и. Раз. Поднимаются. Горизонтальные, вертикальные. И. Два. То же самое и 3, и 4. Просто выпрямляем вверх, просто выпрямляем вниз, просто возвращаем наверх. С ногами. 7, 8. И замахнулись, руки выпрямили, ногу подняли. Раз, и 2, и 3. И 4. У нас каждый раз здесь правая нога на полной стопе, левая на носочке. Здесь левая на полной стопе, правая на носочке. Еще раз. 7, 8. И 1, и 2, 3 и 4. И чтобы не путались, обращаю внимание, когда ноги прямые, руки тоже прямые, когда ноги согнуты, руки тоже согнуты. Еще раз. 7, 8. И 1, 2, 3, 4. Дальше. Ноги делают примерно то же самое, только кач идет назад. 5, 6, 7, 8. Там мы как бы корпус вниз пружинили, здесь немножко назад. Еще раз. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Руки складываются в такое положение. Левая рука ложится вот на эту часть правой. Правая в таком положении. Потом наоборот. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ноги широкие. Еще раз. 7, 8. Раз и 2. 3 и 4. Выпрямили, да, выпрямили руки, чтобы нам замахнуться. 5 и 6. 7 и 8. Еще раз. 7. Вроде на чем мы закончили. 7, 8, точнее 3, 4, 5, 6, 7, 8. И давайте еще раз отсюда. 7, 8. Раз и
два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, последний раз. Семь, восемь. Раз и два, три и четыре, пять, шесть, семь, восемь. И давайте соединим с самого начала. Семь, восемь. Раз и два, три и четыре, пять и шесть и семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И давайте доделаем маленький кусочек. Центр тяжести на левую ногу перенесли, правую поднимаем, делаем шаг вперед. Раз, левый вперед на пятку, два, левый возвращаем, три, четыре. Еще раз. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Руки. Правая поднимается, левая ложится сверху. Раз. Потом они меняются. Два. Потом они снова меняются. Три, четыре. Еще раз. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Рука прямая все время в тонусе, она не болтается. Семь, восемь. Раз, два, три, четыре. И делаем ноги. Еще раз с ноги напомню. Правый шаг вперед, левый шаг вперед на пятку, левый шаг назад, правый шаг назад. Семь, восемь, раз, два, три, четыре. Потом будет, еще раз повторим. Семь, восемь, раз, два, три, четыре. Дальше. Руки. Левый чуть сгибается. Гребем, как в море. Пять. Делаем петельку вот здесь и уводим кисти за голову. Шесть. Три. Четыре. Замахнулись чуть левой рукой. Пять. Шесть. Ноги. Правый выскальзывает вперед. Три, четыре. Пять она выскальзывает. Шесть. Руки довели. Выпрямляем руки вперед. Корпус опускаем. Семь. Дальше по очереди поднимаем голову. Восемь. Ну, просто на восемь поднимаем голову. Три. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь, восемь. Еще раз. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И давайте соберем с самого начала. Дальше второй части. Семь, восемь. И раз, и два. Три и четыре. Пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Семь, если не петели, руки в тонусе вертикальные.
8. Еще раз. 8, отсюда 7, 8, раз, и 2, 3, и 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте с самого начала. 7, 8. Раз, и 2. 3, и 4. 5, и 6, и 7, 8. Раз, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, еще раз, 7, 8. Раз, и два, три, и четыре, пять, и шесть, и семь, восемь, раз, и два, три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Под музыку.